Участники экипированы, болельщики на трибунах. Только вот погодные условия далеки от идеальных. Вне бокса температура доходит до минус 35. Корреспондент в кадре обязательно должен быть в шапке. Но сегодня тот самый момент, который можно смело добавить во все учебники по журналистике в виде исключения. Говорят, в такую погоду вся техника осыпется. Приходится перед самым стартом все подкручивать, перепроверять и подкачивать колеса, чтобы в самый ответственный момент не было сбоев. Даже перерыв между этапами сделали чуть больше обычного. Из-за мороза гонки хотели перенести на другой день. Чуть ли практически не на грани срыва, да, был турнир, можно сказать так, да? Да, можно сказать так, потому что сегодня соревнование, как бы само соревнование проходит из двух дней, поэтому сегодня после завершения соревнования будем еще принимать решение о завтрашнем дне, потому что как бы показывает метео, что будет холоднее. Снегоуборочная техника работает чаще. Лед в такой мороз очень легко крошится, а трасса должна быть в рабочем состоянии. Оптимальная температура для мотогонок – минус 15-20 градусов. В общем, и новосибирским спортсменам, и гостям пришлось несладко. Да, он твердый, жесткий, выкалывается кусками. Вот, например, в Каменске были, там тепло, он, ну, шипы много входят в лед, ну, не колется практически, а здесь очень сильно колется лед. В воскресенье температура понизилась еще больше. В итоге из-за сильного мороза заезды решили не проводить. Официальными признаны результаты первого дня. Таким образом, в финал попали 6 спортсменов, из них 2 новосибирца – Иван Львов и Евгений Ягодкин. Уже в эту субботу и воскресенье в Шадринске нашим землякам предстоит побороться за медали первенства России.